Ты чего? Нам Паша камеру раздал. Смотри, что я снял. Это мы в футбол ходили играть. Наш отряд против четвертого. Выиграли 8-5. Четвертому очки сняли. Но все честно было. Павел Сергеевич судьей был. Я сначала тоже играл. Я хотел нападающим, но меня защитником поставили. Потом заменили. А это вчерашнее. На речку ходили. Помнишь, ты не пошел? Горчилин принес крокодила, зеленого такого, надувного. Ему родители привезли. А чего лента не купается? Она все время топится. Понятно. Павел Сергеевич ее спасал постоянно, а потом запретил купаться. Но она все равно с нами ходит каждый раз на речку и сидит. Она вообще странная какая-то.